Идет капля. Я вот так крупненько. Ага, попала хоть. Вот она у нас, к примеру. Вот так вот лежит на чем-нибудь, да? Вот мы, например, вот у нас идет отсюда источник света. Тогда у нас вот здесь будет самое темное место. Так вот потихонечку затемняем. Дальше, смотрите, плавно-плавно сюда свет проникает сквозь вот эту вот влагу, да, то есть сквозь воду. И вот здесь он, ударяясь, как бы получается рассеивается. То есть здесь будет самое светлое, то есть противоположной стороны от источника света, самое такое, ну, светлое место. А там, куда входит свет, самое темное место. А потом мы именно на этом темном месте делаем блик. Сейчас я это покажу уже в процессе наших капелек. Все, шляпка, смотрите, напоминаю о том, что она с одной стороны более темная, то есть вот это не забывайте. Здесь у нас блики тоже поразглядывайте, как что, тень под корочкой книги, да, обязательно тоже есть. Ну, у нас почти оно все спряталось. На зелени тоже хотя бы три оттенка зеленого, да, то есть есть темно-зеленый, средне-зеленый, совсем светло-зеленый. Также везде, по идее. Поэтому не бойтесь браться за даже какие-то сложные сюжеты. Все у вас получится. Вот так шажочек по шажочку обязательно все получится. Ну а теперь смотрим, что в итоге получилось. Все, я желаю вам творческих успехов и до новых встреч.